Еще одна песня, можно, нет? Я прошу закончить этот вечер в мажоре, поэтому после твоей песни я прочитаю одно стихотворение. Да. Я хотел бы спеть одну песню, знаете, за которую на меня обиделись очень много из тех, кто называет себя иммигрантами. Рудольф Израилевич, ну я хотел бы спеть ее вам. Я не иммигрант. Да, именно поэтому. Я приехал. Понимаете, что мне говорил Наум Моисеевич Коржамин, иммиграция кончилась. Иммиграция – это изгнание. Иммиграция – это вот когда вы в 70-м году уезжали. Годик наш, он здесь живет. Я уж не говорю о том, о людях, которые бежали, это просто были беженцы, которые в 20-х годах спасали свои жизни. Но когда я в Америке встречался с людьми, которые били себя в грудь, значит, в 2010 году и говорили, что мы иммигранты. Да, меня это, ну, это ничего кроме смеха не вызывало. Потому что, слава Богу, есть, ну и слава Богу, что мир открыт. Да, есть да, деньги, и езжать сюда. Рудольф Израилевич, я хочу вам спеть песню, которая вызвала очень много разных нареканий и обвинений в мой адрес. Но вы извините, я хочу вам спеть. Она называется «Америка». Она про мечту, которая у нас была в советских временах. Она про людях поколения DP. Не надо вам рассказывать. Она про тех, кого провожал я в 70-х годах в Израиль, когда это было как на похороны, когда мы не знали, сумеем мы позвонить или нет. И, так и было. И я очень надеюсь, я не знаю, я, может, рискую, потому что, ну, действительно, очень много людей эту песню не приняли. Я хочу вам ее спеть, ладно? Давай. Про фрондеров. А домодедовский шалман гудит родным многоголосием. Я лечу за океан впервые после стольких стран. Индийскую встречаю осень. Я этой встречи столько ждал. Зачем нам разводить турусы? О всем давно пропел бутусы. Сияй, желанный мой причал. Когда-то ты страна мечты, как мотыльков к себе манила. И мы рвались из маяты, из липкой серой пустоты. Союз казался нам могилой. Сейчас все кажется смешным. Из СССР 2 миллиона сошлись под сенью Вашингтона. Им новый берег стал родным. Средь неба рвущихся громад и сотен миль одноэтажных живут в венце свободно граждан. И иногда, слетав назад, уже не в силах оценить, что без цепей давно как люди вздохнут. Нельзя в России жить. В России ничего не будет и сыновьям, и внукам их не осознать, что значит горе, когда глотал, как крематорий, аэропорт твоих родных, когда прощальная звезда сияла яростно и броско, и было страшно все и просто, поскольку было навсегда. Как рассказать о лагерях для лиц типа перемещенных? Там всех ждала большая зона, и жёг ежеминутный страх. Ну а потом на корабле такому в горле было больно, и чудился звон колокольный там на оставленной земле. Так что же, здравствуй, континент моих тревог, моих сомнений, отрады новых поколений, мечтам далекий монумент. Но я рыдать во сне готов, когда они проходят тенью, те, кто покоится под сенью новодевеевских крестов, те, кто покоится под сенью новодевеевских крестов.